Всем привет, привет моим подписчикам, привет друзьям. В общем, проезжал мимо и заметил такое массовое скопление ребятишек, видеокамер. А я так понимаю, здесь и мэр есть, присутствует. Ну, скорее всего, открытие, скорее всего, памятника. Сейчас мы попробуем узнать, что здесь открывают. Что здесь? Скорее всего, вот этот памятник Мазаю и Зайцам открыли. А, и, наверное, скорее всего, открыли у нас, если, конечно, я не ошибаюсь, сквер неплохой получился. И все же мы сейчас попробуем с вами узнать, что же открыли, для чего и как. Добрый день, Николай Геннадьевич. Расскажите, пожалуйста, нам, что вот сегодня такое важное в нашем городе произошло? Ну, еще один элемент благоустройства нашего самого протяженного по длине сквера на Крылова. Вот здесь на стрелке, на соединении улиц Крылова и Некрасова, мы по давней нашей задумке разместили скульптурные изображения персонажей литературных произведений этих великих русских писателей, баснописца Ивана Андреевича Крылова и совести русской революции, революционного демократа 19 века, писателя, поэта Николая Алексеевича Некрасова. Ну, конечно, детские сюжеты. Они выигрышны, имеют очень хорошую познавательную функцию. Все мы в детстве учили наизусть басни Крылова, знаменитый квартет «Ворона и лисица», ну и стих о Мазае и Зайцах, которых он спасал, тоже у всех в памяти. А вот теперь визуально дети должны закрепить свои познания. То есть познавательная функция здесь тоже преследовалась с нами. Ну, качество изготовления будут оценивать горожане. Так что все, осталось здесь посадить деревья, элементы благоустройства завершающие сделать, и сквер будет в основном готов. Спасибо вам огромное, вы много лет украшаете наш прекрасный город. Люди, я знаю, уезжают в Москву жить, в Питер, Новосибирск, и все равно сюда возвращаются. Спасибо вам огромное, дай Бог вам здоровья, всего хорошего, до свидания. До свидания. А теперь давайте внимательно рассмотрим всеми известный Дед Мазай, Зайца. Смотрите, уже дети Зайцев полюбили. Я думаю, здесь детвора будет с огромным удовольствием проводить время вместе с родителями. И давайте внимательно рассмотрим, как качественно и хорошо сделаны вот эти экспозиции. Смычок, я думаю, специально не стали ставить, потому что его, скорее всего, отломают. К сожалению, у нас и присутствуют такие персонажи в городе, и не только в городе, и в стране. Смотрите, как качественно это сделано. Ослик. Тоже со скрипочкой. И обезьянка. Вот так вот они вчетвером здесь выглядят. Таким образом. Отгадайте, чего просит лисица? Она просит кусочек сыра. Известное произведение. Это такие вот интересные зайчата. Ну, детям уже нравится. Дети в восторге, это самое главное.